That burns. Привет, друзья, с вами Имба. Сегодня мы запускаем новую часть кастомной недели, которую начнем с кастомки «Биржа мемов». Судя по голосованию, она вам понравилась, так почему бы не продолжить? А если у вас есть идея, какую кастомку записать на следующий выпуск, то пишите мне об этом в комментариях. Также не забывайте ставить ваши лайки, ведь это будет лучшая благодарность от вас. Ну а теперь давайте поиграем в «Биржу мемов». Кейсы, кейсы, кейсы! Как же заебали эти кейсы, где от тебя нихуяшечки не зависит. RealDrop.net запускает новый формат кейсов, где у тебя есть выбор. Теперь ты сам выбираешь, какой шмот тебе выпадет. Пора слать нахуй старые форматы и взять все в свои руки. В свою крепкую правую руку. Ну ты понял. RealDrop.net. Ссылка в описании. Привет, друзья, с вами Имба, и мы продолжаем играть в «Биржу мемов». Сегодня с нами будет целая толпа ютуберов. Это Алькор, это Джумблер, это Реклэйм и Камелот. Вот, мы с вами будем сейчас наблюдать, как наш герой Зёма постарается их затащить. Но что-то мне подсказывает, что у Алькора, как всегда, есть какая-то своя секретная тактика. Ну что, поехали? Да ну, какая тактика, братан? Да ты вечно что-то себе там придумываешь. Меня просто попросили записать за Джона Сину, и поэтому я буду записывать за Джона Сина. Ого, какая тут рыбка большая плавает, вы видите? А, да, тут рыбки. Вообще класс, вообще отпад. Ох, блядь, имбошел. Ой, подожди, а что ты? Подождите, нажмите паузу, парни, нажмите паузу. Я хочу посмотреть скиллы какие, а то что-то я пикнул. Да я тоже вот посмотрел так, уже походу, скиллы, походу, типа, походу разберешься, да, вот это, ты да. Что, ну, вот хитрые. Вот ваши задротства, вот эти, почитать скиллы, там еще что-то. О, у меня пассивка настоящий. Так, да что вы все бедного Зёму-то бьете? Муж, кстати, с одного удара убивает. Ну, ого, хентай. А что, почему я умираю? Стой. Это настоящий классик, я бы даже сказал, pleasantly. Короче, а мы будем играть по своей тактике. Что тебе надо от меня, брысь? Получается. Ого! Брысь. Вот это Слидан, что ли? Да, Слидан. Зёма. Я смотрел. Помажет пиздец, я даже не заметил. Это типа как у Феникса, что ли, спелл был сейчас? Да, это как у Феникса, только он его может юзануть под этот, как его... Под что? Зёма, уйди от меня. Под Black Hole, и тогда он вообще жесткий будет. И жирный. Да, я жесткий. Стрелы? Да, у тебя много-много стрел. Интересный митинг. Так, тихо, отойдите от меня. Блядь, да что за антикоррупционные митинги-то у вас? А я, кстати, у меня звуков почему-то вообще нет. Ой-ой, это что ты сейчас сделал? Ты как выжил-то нахуй, а ну вернись! Никуда я не вернусь. Что, бля? Сокращается. Ты как выжил-то, блядь, объясни мне. Не знаю. Что это за выживание непонятное такое было? А что это за крипы стоят? Что это такое? Ну, крипы стоят. Ух ты, тут есть костыль с первой доты. Костыль с первой доты? Да, костыль есть, да. Костыль это клево. Ой, школьник. Я хочу костыль, не знаю зачем, но. Лучше, ты Костя, что ты умираешь? Нет! Да, кто там умирает? Кто там умирает? Слидан очень опасный герой в этой игре. Слидан очень жесткий в этой игре. Тут. А можно как-то потише сделать эту музыку? Просто общий звук в доте уменьшай. О, жесть. Это жестко. Так, ну достать чуть-чуть. Черт. Ну ты тупо попытка дрочили. Бля, а где этот? Кто? Где ты? Кто где? Блять, там пуш берет разные штуки. Доминатор, что? Ну что? Джон Сина! Куда его понес? Верни обратно! А я промахнулся! У него же большой радиус должен быть. Что это за сейчас? Фигня? Что сейчас произошло вообще? And his name is John Cena. Так, что-то я вообще не то мучу, ребята, вы простите, сейчас все исправится. Следующий бой хоу будет в пятерых, минимум. На нахуй. Ох, бля, не надо антикоррупционных митингов. Погоди, постой. Ладно. Жестко, конечно. Ой, привет. Навальный один. Ой-ой-ой, как ты хорошо его зажал, просто топчик. Как больно. Спасибо большое. А с тебя 2 рублей 50 копеек. А за те штучки дает мне этот... За какие штучки? Золото за те антикоррупционные митинги. Нет. Отвали. За что тебе золото? Ты, по-моему... Слышишь, иди сюда. Никуда я не пойду. Я думал, ты сосешь не у настоящего, а ты сосал настоящего. Только не с тобой.
Дайте биткоин! Бля, где? Я же урон! Ты хукнул этого, ты хукнул! А как ты его убил? Его! Вот его ты хукнул! На тебе по горбу! А ну стой нахуй! Подожди, братан! Братан! Я возьму его. Что? Меня хотел нанести атаки! Ребята. Пока. Ну, пизда. Я бы даже сказал pleasantly. А как ты не умер с хука там? А, там на прокачке хук нужен. Да-да-да. Точно. Что значит 300, на прокачке? 70, как это понимать? 400. Чтобы отшотить, нужно прокачать. А где все? Блин. Куда вы все подевались? Так, ну мне сказали, что через керри он не идет, поэтому берем его через... Что ты там почему? Да сколько у тебя там этих обраток, а? Что? Это законы вообще? Что такое? О, я уйти не могу от них. От кого от них? А, от антикоррупционного митинга? Жесть. Да, это Навальный один из самых пидорских героев, я же говорил тебе. Ого, ты чё, Зёма? Ой, сколько фарма. Что, не блять, не достанешь. Да я тебя достану, подожди, нет, братан. Бля, слишком большое замедло атаки, это пиздец. Я просто не чувствую своей атаки. Ты так, где вообще? Я постоянно тебе... Ой, я не ту кнопку вообще нажал. Привык, что блинк всегда на дабл. А! Нет, не сегодня. А ты не взялся, да? Нет. Я думал, ты с любого радиуса в итоге бьёшь. О, да нет, отстаньте от меня. Чё все меня бьют? Отстаньте! Там что-то... Адская дрочильня. Я вижу. Во-во-во-во-во, ты чё на меня тут идёшь? Вы чё все на меня идёте? Ой, спасибо. Спасибо. Неси его, неси ко мне. Да поворачивайся, ты рещи. А что ты с ним дальше делаешь? Я понял. Выкину нахуй его просто, чтобы убить его. Жестко. У меня другого варианта у меня не было. Мне пришлось его просто выкинуть. Так, вот теперь нужно как-то... Давай, попробуй хукнуть меня. Как-то по-хитрому сделать. Ой-ой-ой-ой! Много стрел не бывает, да, джумблер? Да, это точно. Да, стрел нужно много. Да как? Я же... Попал? Да, там, типа, у них немного сломано это. Оп! Че нашел? Бля, а как ты не попался, я не понял. Ага, понял. Эх, эти Навальные, блядь. Что поделать с ними? Блин, ну что, где вы все? Почему у вас в центре нету? В смысле в центре? А зачем быть в центре? Ты внимательно смотришь, что ли? Эй! Отстань от меня! А почему я на месте с Зёмов прыгнет? Ту-т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 у-
господи, как же ты больно это делаешь мне, отвали. Да бля, да нет, не больно вроде. Вроде нет. Вроде нормально. Подожди, 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 подожди. Да ладно, я все равно тебя вижу. Это что, адская дрочильня? Какие дожди? Не, кстати, Зёма, Зёма очень сильный герой. Зёма, да, но когда народу много. Чем меньше народу, тем он слабее. Потому что меньше судьбы получаешь. Это да. А мне нужно очень много прокачать. Не-не-не, братан, братан, братан. Я вот сюда вот так вот потихонечку свалю. Бля, он такой веселый, нахуй. Это просто жесть. Музыка, да. Ну, увы. Но ее можно уменьшить всегда. Всегда музыку можно уменьшить. О, деньги, биткоины собираю. Инвиз, слушайте, как вам такое бегать под тремя рунами сразу? Ух, нихуя себе, ты зажал. Так, пока юзик не буду, дождусь. А, черт. Стигл выебывает вообще по-страшному. А что это такое ты делаешь? Он башни ставит, которые либо его бафуют, либо еще что-то бафуют. То есть, он бафы себе раздает очень сильно. Да ой, привет! О, я убил, слышишь? А я убил. Чекай. Алькор, привет. Здорово. Имба, имба, ты чекай, я его убил, а не ты. Да ладно. Лул. Чё, блядь? А, это потому что это... Ладно, я пошел. А почему такое замедление? В лейте вас всех убьет Навельный, поэтому вы можете даже не стараться, ребят. Жестко. Я расскажу. Навельный? Да, он убивает, он сильнее, чем... А чё он такой убит? Так, я хотел костыль себе. Не знаю, мне пофиг на остальные предметы, я хочу костыль. Костыль.
Навальный самый сильный герой, если его не изменяли. Был когда-то в этой кастомке. Когда-то был. Когда-то был. Да, когда-то. Я не шарю, я Молодцы, молодцы. Спасибо вам. Как же он долго берет, нахуй. Я тут под шумок просто. Это шок. А у меня все обновилось, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой он долгий. Я всех вас заберу с собой. Это жесть. Джон Сина! Ты куда меня понес? Ну и бред. Ты куда меня понес? Поставь на землю. Поставь на землю. Тебе просто героя не повезло, Джунглер. Тебе нужно попадать хуками. Ну что, братан, как тебе тут? Мне плохо, я хочу домой. Можно домой? Хорошо. Ты меня отпустишь когда-нибудь? Тебя? Да ну, вряд ли. Хотя, да, конечно, пущу. Отомстил, ничего не скажешь. Да, хули. Делать-то все равно нечего, это же Джон Сина, он больше ничего не делает. Ну, нифига, зато у меня есть костыль. Аскальдрачиня началась. Я бы рассказал. Ой, ребята, а можно к вам? У вас тут так клево. Там Навальный со слидным деревом. Ох, блять, обратка, это, конечно, сильно. О, меня даже оглушение твое не снесло. Что за зема? Что за зема? Ой-ой-ой. Это было внезапно. Это не зема, это зимаида. Вообще, кстати, пуч, у тебя... Ты можешь через силу качаться в джунглях. Сила у тебя... Посмотри, множитель у ульты от силы. Из блинка потом просто выжирать всех. То есть там будет 600 урона за тик наносить тебе 700. Ага. Это просто тебе человек, который... Что-то Навальный пока добежал, куда там хотел прибежать. Что-то пока что, мне все кажется, что самый сильный герой это Слидан. Нет, Навальный, тебе просто очень много вкачать надо. Хотя не знаю, может быть, да, может уже. Там же баланс меняли. Блин, если бы он быстрее немножечко поворачивался. Когда-то Навальный был имбалансным. Да ты как меня вообще вот это вот сделал? Джон Сина! Да может вы отстанете от меня? А что это такое? А что это такое? А что это такое? Иди со мной, нахуй! Там реально остался одно... А! Что это такое? Со мной, блядь! Так, я думаю, пора крутить себе рефрешер. Где все? Вот в чем плохо вот так вот играть? Убивать некого. Что? В чем? Да. Блять. А, так все, тут я редко матерюсь. Не, эта штука чуть-чуть. Я сейчас прыгнул прямо на этот. В этом прикол этого скилла, он через линку работает. Ой-ой-ой. Серьезно? Ой, что я вижу? Это я иллюзию вижу. Да. А никуда вот ты будет? Не пойдешь. А сколько на тебе будет висеть? Это шо? Подожди, это шо? Адская дрочильня? А почему? Почему никто никому урона не нанес? А почему у меня Линкед Сфера не покупается? Охля. Это что? Подожди, а как это ты прошел через... Ребят, а почему Линкед Сфера не покупается? Не знаю. Что за бред? Меня закрыли, мои же крипы. Так, по-моему, не знаю. Он мне пишет недостаточно золота, хотя мне его достаточно, это как? Может, глюк какой? Не знаю, возможно, сломано что-то. Это намекаешь, он больше хочет. Да, мне нужно больше золота. Что за бред? Name is John Cena! Нет! Зёма, убей его, Зёма! Чё за фигня? Убей его. Я его не убиваю. Почему, за что? Скажи, зачем? Эти урона там не наношу, да? Ладно, это была плохая идея, понял. Так, меня, опять. Просто... Блин, да какого черта? Почему я не могу купить? Что не можешь? Я ничего вообще купить не могу. Пролить зеленку, ну то ты сломался. Ну это я хз. А ты блэкхол давно давал? Слышишь, ты давно блэкхол? Не, он с блэкхолом до сих пор. В этом и проблема. Твой блэкхол... Адская дрочильня? Он там Слидан стоит, ждет, точнее, не Слидан, а это... Ох! Нет! Не ух ты, убил! Че не убил? А ты застрял в башне. Вот что ты подвигал. Ну, вижу. Ебать у джумблера урон. Ох, блядь! О, привет. Ёбаный Зёма, блядь. Музыка вообще такая классная, Black Hole. Да. На Зёме охуенная музыка. И тишина сразу. Да. Сколько у меня скорости? Ух ты.
еще магл. Сундук с сокровищами никому не нужны валяется. Да кому он нахуй нужен? Сокровища какие-то. Так, а чтобы мне еще такое собрать? Бля. Друзья, напишите в комментариях, пидор, что еще можно собирать такое, потому что я что-то вообще не шарю. Ладно, пусть будет. Мне нравится колбаса. Сейчас, подожди, сейчас. Джон Сина просто выдает. Это несложно законтрить. Это? Но линка не спасает. Контрится все. Ты охренел? Ой-ой-ой-ой. Ох, бля, только не хукай меня, братан. Ох, бля, ебать, он в процентах наносит, что ли? Адская дрочиля? Не-не-не-не, зачем меня? Меня, почему меня? Адская дрочиля? Шо это такое? Ты шо, во всех, что ли, дум свой накладываешь? Да, он вокруг себя дум кладет. Не-не-не-не, там, короче, откатывается рандомно это. Мне вот что нравится, на эту кастомку даже никакой фоновый музон ставить не надо. Да, ты просто столько музыки. Тебе уже нормально. Просто от того, что... У меня опять линка не покупается. Да? Ну, я хз. Кто-нибудь может линку купить? Я узнаю, что Стивен там наваливает на Зёму. Зёму в особенности, блядь. Зёма... Бля. Зимаида, ну может ты... Бля! Вот тебе и Зимаида. Я такой ушел в сторону, главное. Красава. Ну, Зёма благодаря ульте, у него типа хдшка там минут всего. Какой тут самый дорогой предмет, ребят? Вот это не палпаша. Тупо не покупается, лол. Я даже хз, кто из вас сейчас сильнее. Из кого? Адская дрочильня? Бля, адская дрочильня случилась. Навальный или... Точно не Навальный, я... Ты опять я застрял? Да, походу нет. Ты в башне. Это в башне. А, ну, типа... Все, что я не пытаюсь купить, он мне пишет... Ой, я знаю, что можно купить. Адская дрочильня? У него адская дрочильня откатывается через секунду, нахуй. Там раз, там знаешь что? Бля. Есть такой скилл, называется, типа, Pleasantly. Он может рандомно откатить вообще все мои способности. Есть шанс. Все, я побежал. Боже, сколько музыки. Музыки дохуя, да. Пока, Навальный. Нет, не пока. Не подожди, пока. А здесь линки что, вообще, что ли, типа, как будто нету? Возможно, ее здесь нету, да. Походу, да. Так, есть у меня одна идея, чтобы собрать... Да нет, меня то путь, что Слидан. Все, теперь я хоть одного, но буду убивать. Ох, блядь, тебя же бить нельзя, когда ты в этой штуке. А, меня бить нельзя, типа? Да. Блин, что я сделал? Я кнопки перепутал. Почему тут грёбаный блинник на грёбаном ку? У тебя там... Грёбаный блинник на грёбаном ку. Бля, ну Джон Сина прикольный герой, но, сука... Фига себе, я еще и убил. Адская дрочиля. А ты кого понес вообще? Ага, вижу. Успел, блядь, применить скилл, сука. Джон Сина хуёвый, но веселый. Бля, очень веселый, но очень хуёвый. Ой, Пуч, привет. Внимание на руку, не успел блинк не сделать, надо блинк делать, надо что-нибудь кнопку нажимать, ладно, приходать. Ах ты мразь! Я не знаю, зачем я байбекнулся, но ладно. Ты что, мой вар сломал? Кто? Ну ты мразь, конечно. А, лол? Зажался, да? Я застрял? Это было очень странно сейчас, что происходит. Да, ты что? Походу... Нет, ты вот здесь выбраться можешь. Я не могу выйти вообще. О, ты слишком жирный, чтобы выйти вот здесь вот. Видишь, тут проходить можно? Ты слишком жирный. Что за херня? Лол! Я бы даже сказал Pleasant. Адская дрочильня. Какая там дрочильня? Тут Зёма решается. Блин, вот да. Ну, Зёма контрится очень легко, надо его ворды просто снять. Надо что? А, ворды снять. Когда он нихуя не видит, он нихуя и не делает. Это, в принципе, так и каждый герой.
Ну, в каком-то смысле, да. Не, ну Зёма слишком велик от вас. Ой-ой-ой, как хорошо получилось. Чёрт. Ну, хз. Настоящий классик. Настоящий классик. Блезентли. Вперед. Ну, и чё? Куда все делись? Что такое, братан? А? Ай-яй-яй, грёбаный стан. А, молодец. Все правильно сделал. Что у вас там происходит? Почему я слышу звуки ударов, но я не вижу этих ударов? Да почему не я-то его убил? Не взгадай. Я не буду с тобой сражаться. Ты злюк. Джон Сина! Почему не привязался? Джон Сина, беги, блядь! Беги! Преследование! О боже, он преследует меня! Нет, нет, не туда. Не туда, братан. Ой, а вот этого я не ожидал. Почему Джон Сина не привязался? А почему все на меня? Ну, потому что ты Зёма. Ты, у тебя самое большое количество киллов. Почему все на тебя? Так интересно. Я не успел кнопочки понажимать. Йокус, это Валькора стоит, смотрит, смотрит. Что? И ничего не делает. У меня пробился скин, но ничего не произошло. А у тебя кулдаун пошел на него? Да, кулдаун пошел. Жестко. А что там происходит? А что тут происходит? Не знаю, один высасывает из меня. А что тут происходит? Ох, бля. У нас слишком много ближников. Для Зёмы это очень хорошо, знаете ли. Есть такое, да. Бля, ну Джон Сина, конечно. Тот человек, который посоветовал мне записать Джон Сина, ты не очень умный. Ты козлина. Ты козлина. Все, что он делает, это в натуре клевость свою на ульте, но это максимум, что он может. Да, правильно, беги-беги на меня, беги на меня, беги на меня, братан. Все, я пошел. Настоящий дальше его классик. Приходится выкачивать через. Я забрал. А у тебя что, это скилл без кулдауна, что ли? Да. Нет, с кулдауна, ну там типа такой кулдаун. Когда у тебя есть рефрешер, то у тебя скилл без кулдауна становится. Да ты ж, хватит меня пинать. Ах ты ж смотри, запинался. Мысли хватит, блядь. Мысли, блядь, хватит. А прогиб это вот это? А, плюс 17% шанса баша, по идее, да. Фига себе, там затарился уже. Думчик. Да тут у всех что-то уже затара, куча всего разного. Конечно. Меня пуч фармит. Тебя пуш фармит? Меня пуш фармит. Ах ты мразь! Пуш красавчик выфармливает. Да что ж я вечно не допрыгиваю сюда, а? Настоящий классик. Я бы даже сказал... А ты за мной? Ладно, ты не за мной. Ага! Понятно. Ой, хорош, хорош. Вот так и стой, так и стой. Бля, я могу, слушайте, я могу поубивать их. Кого? Единственное, что мне нужно... Ай, нет. Никаких билд дрочиль. Ты тоже постой. Надо, наверное, чем-нибудь типа вот этого. Не-не-не-не-не-не-не, ну достань, достань. Даже так я тебе все равно не дамажу. Вот так вот надо. Да как ты? За 8 минут успеть надо. Что-то пошло не так. Так, парни. По плану пошло. А можно мне сказать, где вы все ходите? Ух. Нихуя себе, Зёма, ну ты, блядь, выдал. Потный. Потный, да, я тебя там бью-бью, а ты не умираешь. Там у Зёмы ульт, вы это, не собирайтесь вместе, главное. Адская дрочиля. Я вам очень советую не стоять вместе. О, как знал. Че, не взял тебя? Вот дебильная способность, капец. Пизда, сколько она кастует. Вот это я жгу. Вот это дебильная просто способность. Адская дрочиля. Кто, о чем вы? Адская дрочиля. Блин, все-таки навесил на меня свое говно. Ты единственный, кого я могу убивать. Ты не только выхожу в базу, ты меня сразу. Ох, бля, больно. А так ухожу. Так, ну я в принципе уже жесткий. Ну а где тут в инвиде уже сидит? Можно подумать, все, когда ты не был. Такое. Не, Зёма опасный тип. Инопланетянин такой.
антикоррупционные митинги. Че тут есть реально самое дорогое? Еще когда Гуму за него играл, мы это поняли. Вроде бы. Да нет, нет, нет. Единственное, кого я могу убивать, это Кунка в этой игре. Самый сильный, самый сильный. Я просто глупенький, но все-таки он самый сильный. Не, он был почему? Он был самым сильным раньше, его могли подтянуть. Анькор, ты что, за мной охотишься? Я за тобой нет. Ты мне нахуй не нужен. Ты. Да блин, ну сколько там можно сосать? Что, проебался всего? Проебался. Нет, стой. Стой, где стоишь. Ну быстрее, юзаните в него, он же сейчас, о, хорош. Ну, что вы делаете? Но, бля. Вообще, по красоте, я на таких храмолях сейчас выжил. Просто ГГ. Я не понимаю, куда Дум отошел. Пиздец мув сейчас был от Дума. Отходить. Да. Что ты там песни свои поешь? Нет, нет, нет. А у него есть фрешер есть, вы чё, парни? Да им пошел с Алинсом контриться, ну типа закупать. Да боже, убери ты этих говноедов маленьких. Аская дрочили. Да блять, на тебе нахуй. Заебал, блять, все слово. Нет! А мне балдеж включен. А ты с балдежом, да? Да, балдеж. Лучше бы его некуда. Мне его некуда. Да нет, это дисбаланс. Мне ноги. Я... Прыгай. Да, на место одного этого давайте, хорошо. Настоящий классик. Да, вот я поставим. Я бы даже сказал, мясо. Хватит. Бля, ничего. Ой, нет, 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 только не хук. И друг от друга ухухались. Какая разница, я тебя все равно не убиваю. Ну да, 6200 хп. А что у вас тут происходит? Адская дрочильня? Ну, пиздец какой творится. Да, на мне адской дрочильни 2 миллиона. О, бля! Ебать, пуч! Сожрал все хп. Ребята, соберитесь, пожалуйста, вместе. Соберитесь, пожалуйста, вместе. Бля, вот, конечно. Вот, достал. Я бы даже сказал, блэзн. Настоящий классик. Ой, слышу мяско. Тихо, сейчас Дема! Мяско слышу. Там Дема, да. Ай, тикать, я сразу тикать. А что делать? Инфекция пошла. Бля. Какой же Зема пидорский герой. Просто пидор. Привет. Нет! 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 Бля. Обожаю. Я случайно попал. У меня вопрос, а почему мы до сих пор деремся друг с другом, а не контрим Зиому? Почему мы не начали контрить Зиому еще очень давно? Почему все это время дрались друг с другом? Не знаю, не знаю. Все, что нам нужно, это сайленс на него положить. И все. Он охуеет от жизни. Так вон, на меня Дум и ложит сайленс. Так, Дум на нас на всех ложит сайленс, а не только на тебя. Ой, я понял. Варды. Я ж в инвиз вошел. Настоящий классик. Что у вас там происходит? Я бы даже сказал, блэзд. Ну опять же, значит! Какая жесть. Пуш, сколько у тебя хп? Это нереально, блядь. Сколько мне, блядь, раз сказать вам, что нужно сайленс, блядь, купить? Как же вы, сука, заебали? Да у меня есть этот... Берешь, делаешь вот так вот, нахуй, и все, сука, и он сосет, блядь, ебашь его. Его ебашь, а не меня. Ох, как долго его ебашь. Додумались наконец нахуй. Так, надо пиздец, какие-нибудь долг. Жесткие предметы купить, я не знаю. Я в шоке с вас. Его надо было контрить уже миллион лет назад. Но вы, сука, такие зажравшиеся, что он лень. Давайте я тогда буду его контрить. Пиздец нахуй. Ни у одного, кстати, сайленса нет. Все в урон вкидываются. Ебать. Нахуя. Ой-ой-ой. Стой. 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 Прекрати. Пожалуйста. Не надо. Ну не хочу стоять. Не хочу. Ну не хочу стоять. Не надо меня убивать. Ну пошел, я не хочу стоять. Пацаны, привет. Пацаны, привет. Привет. Да, отстаньте вы от меня. Отлично, ульт проюзался, но нихуя не взялось опять. Не, хуёвый герой. Не, не, со всех сторон. Давай, пни еще раз. Еще раз пни, пожалуйста. Так, сейчас ульт удаст, я ухожу. Сказали все на Зиму бедного.
Вот так вот, блядь, всю Маиду пиздим. Ой, блядь, Уджа уже не убить, нахуй, тоже. Он тоже оверсин стал. А Вэл как-то можно улучшить? Сена бедного Зиому. Ну ничего, да? Зёма еще даст вам просраться напоследок. Еще полторы минуты осталось. Напоследок, да, полторы минуты. Контрим Зёму, все. Только вардов побольше расставьте. Зёму контриму, пудж, хватит меня так. Пудж, он жирная мамка, ему насрать. Зёму они там контрят. А где Зёма, кстати? Я не вижу Зёма. Я вам по контрю. Нет, 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 нет. Не достанешь. Не достал. Ооо, кто, блядь, такого героя придумал, которого просто убегает нахуй? Даже моя фейзы, у меня все скиллы рефрешат. Чё-то ты чуть-чуть не туда. Ой, а зачем я к тебе прыгнул? Не знаю, но я тебя выкину отсюда. Спасибо. А вы где деретесь вообще? Я хотел на тебя, блин, этот... заюзать. Вообще балдёж. Блин, а чё не работает-то? Ох, Зёма. Да нет! Вы красавчики, парни, конечно. Вот раньше нужно, вот вы опять деретесь друг с другом, не понимаю зачем. Нихуя себе, пудж ещё и выживет? Нет. Ну слышишь, попробуй купить два рефрешера, и будет ли в этой кастомке не рефрешиться, попробуй. Ой, а ты куда? Нет, стой, стой. Два рефрешера? Не, они не рефрешат. Может тут такой баг есть? Не, не будет. Я же уже ну давай, иди ко мне, иди. А, понял, ухожу. Нет, не ухожу. Да типа Зёму не замечает. Тут как бы все герои, которых не замечают, в итоге становятся сильными. И в итоге все меня. Да, так и надо тебя пиздить. Нормально. Это просто калище. Он веселый, но калище. И как это калище? Ты второе место занял. Зёма красавчик. Спасибо всем, кто советовал меня в комментариях поиграть за Зёму. Спасибо большое пацанам за запись. Заглядывайте к ним в гости. Алькорп, ты выложишь эту запись да, у себя? Да, конечно выложу. Все, можете сказал, посмотреть у Алькора. У Алькора на канале с покажу, его стороны. Он не делает. Ну типа, если бы ульта работала сразу, или он брал с любой дистанции, он был бы оверсильным. А из-за того, что тебе нужно... Мне нужно, например, купить сайленс, чтобы мне ничего не сделали, чтобы на меня сал не наложили, на противника нужно купить сайленс. И нужно купить Rod of Atos, чтобы челик еще не убежал. Это, ёб твою мать, два предмета, которые, ну, нихуя не сделают. Жестко. Ну, да, будешь знать на будущее. В любом случае, спасибо, пацаны, вам за катки. И спасибо за то, что смотрите и ставите лайки. Это уже подписчикам. Всем пока.